мы первый раз на территории талантов. Конечно, проект очень понравился, очень хорошая организация. И что очень радует, что очень сильные коллективы приехали на этот конкурс. Есть с кем посоревноваться, и потому что когда занимаешь первые места, немножко дети... Вот сейчас они не займут, может быть, первых мест, но будут, наверное, трудиться, начинать дальше. Оргкомитет, находясь даже в чужой стране, очень хорошую организацию предоставил. И, конечно, замечательно, что мы побывали в Минске, в Беларуси. И совсем нам повезло, и с погодой отличные экскурсии. В отель тоже предоставил, все здорово. Информация всегда была в доступности. Нам понравился этот конкурс, он очень сильный. Мне понравилось больше всего то, что мы выступали на большой сцене, соревновались с большими коллективами сложными и выиграем какие-то места.